закрываете. Значит, у нас плаваем по четвертой дорожке, раз. Плаваем по правой стороне, два. Не бегать, потому что скользко, можно загудить, три. Значит, плаваем, этот самый Степа, где-то 250 метров. У тебя больше. Вы соточку плывете, Артем под Степу поставится. Дальше, мы с тенью в воде делаем, а потом вольное плавание. Ну, еще пронырнем, возможно. Да, один это 25. Да. Ну что тебе, раз прыгнул. Можно прыгать в тумбочки, можно спускаться. Таким образом. Пешеходов не обижать. Отжимать, заползать. 50? Ну, сейчас 55 уже будет. Надо сразу плыть, что вы тормозите? Подряд, подряд, сразу. Влад, 100 подряд. Ты 100 проплыл уже? Голову под подбородок в воду. Средней рукой ведем бой. По животу, по голове, в атаке, на выходе. То есть все время сдваивание же было. Рука в воде находится. Бокс. Рука выше, Влад, что ты ее опустил? Выше рука, зайди глубже.
плечи в воде, Влад, повторяю. Подбородок в воде. Выше руку, Коля, низко рука. Коля, выше руку. Поменяли стойку, другая рука. Время. Влад, 10, все остальные 25 вывезли. Вы раскрытые все. Все, вернулись. Значит, зайти в воду. Сейчас планируем. Немножко двигаемся влево, вправо, чтобы ваши руки вас защищали. Зайдите глубже еще раз, чтобы подбородок был в воде. Ваши руки были кулачки на уровне где-то подбородка, не выше. Они планируют немножко впереди, да. И вот в этом положении потом легко бросайте. Что ты в руки так крутишь? Вот кулаки, да. Голову ниже, подбородок вот. Бокс. Узенько руки, не отводи в сторону. Чем ты ее отводишь? Яна, сейчас будет 50 отжиманий. Чем ты отстраняешься так от головы? Голову защищать. Ваня, руки выше. Зайди глубже. Руки в воде, Артем. Руки вы в воде. Время. Сейчас атака одиночным, контратака один удар, контратака два удара, контратака три удара. И потом передний за все заканчивает. Еще раз, одиночный, или слева, или справа. Контратака одиночный, контратака двойка, контратака тройка. Бокс. Лена, зачем ты руку над водой бросаешь? Над водой зачем бросаешь?
Стоп. Тут это что-то Мариупольцев мало. Влад, что ты глаза закрываешь? Ты войны боишься или что? Вода спокойно наливается и обтекает, и нужно вести поединок, ничего страшного. Дальше. Вода попадает в рот, спокойно вылил ее и все, выплюнул этот самый, если тебе мешает. Какие-то проблемы. Дальше. Вы задание не выполняете. Вон Ваня только делает, все остальные что-то страдают. Атака, разрыв, контратака, одиночная. Атака, уклон, контратака, двухударная. Атака, разрыв или уклон, трехударная, передняя заканчивает. Бокс. Передняя заканчивает, Ваня. Стоп. Сейчас только Степу не смотрел. Ваня делает контратакующее действие. Вы там имитируете что-то так. Челюсть влево убрали, челюсть вправо. И что это такое? Четко должно быть разрыв назад. Четко уклон. Четко зашагнул влево, ушел в линии атаки. Потом развил. Бокс. Сейчас отжиматься будете. Савченко, 30 отжиманий за закрытые глаза. Быстрее. Ваня, руки выше. Гена отдыхает. Гена отдыхает в сторону. Стоп. Стоп. Представьте, что вы в воде. Вы... Чук, немножко отклонил тело. Чук, сюда, сюда, сюда. Что вы торчите, как поплавок? Стёп, это твоя манера, ты не можешь убрать туловище. Ну, не убираешь вообще. Ты сейчас пойдешь, бассейн покинешь. Если глаза будешь закрывать. Виноват. Ты закрываешь глаза. Позалаживала уши? Ты, я говорю, не, своей манере не боксируешь. И стоишь на месте, бьешь. Нужно вытянуть его. Ты в переднюю ногу весь тело перенес при ударе. Чик, перенес в левую ногу. Да, и оттуда бьешь. Гена делает это самое. Ваня делает. Все остальные что-то там сопротивляются. Залазь. Бокс. Да зайди в воду глубоко. Разрыв, Влад, ты что, не понимаешь ли что? В передней ноге, перенес весь тело в заднюю. И левое заканчивать. Что? И левое заканчивать. Все, по воду глубже зайди, что ты зашел? Туда зайди. Время. Время. Отдыхаем. Задача. Наслаиваем сейчас 3-4 контратаки. То есть ударили,
разорвали, накрыли, сместились, накрыли, сместились, накрыли, разорвали, накрыли, сместились. То есть если человек выполняет, он просто отдыхает. Если не выполняет, значит... Еще плавает. Да, еще дополнительный будет. Бокс. Руки в воде. Нет. Глубже стань. Подбородок в воде, Коля. Стоп. Должно быть разноплановые разрывы, уклоны. То есть вы нанесли удар слева, уклонились, левый по печени, правый, левый, правый. Уклонились, это самое, там вправо, допустим. Нанесли комбинацию, разорвали. Нанесли комбинацию, сблизились, отсюда ударили. Вы однотипно делаете, и в одну сторону человек это подстраивается под вас. Бокс, не спешите, набросайте ситуации. Торчит голова, Ваня. Руку выше. Ваня, руку выше. Бокс. Лена, рука низко. Зайди глубже. Ноги шире поставь и планируй в воде. Влад показывает. Выйди дальше. Не надо делать. Бокс. Не годится полтинник отжимать. Артем показывает. Артем. Влад, ты что, подгоняешь? Ты перекрыл сейчас Артема, снимает камеру. Стоп, еще раз. Посмотрите. Мы берем такую вещь. Вы находитесь в квадрате в центре. Наносите удар, уходите в левый угол квадрата. Туловищем, головой. Вы наносите комбинацию, вы уходите в правый угол, это самое, который впереди. Вы наносите комбинацию, уходите в левый угол, находите комбинацию вправо. Если голова при уходе остается на месте, в центре, значит вы получаете. Нанес удар, а там оказался, нанес, там оказался. Бокс показывает, Артем. Не спеши. Ты что, утонуть хочешь или что? Ты что, утонуть хочешь, я говорю? Спокойнее нанес, переместился. Переместился, еще раз, составляющий. Стоп. Степа, у тебя механика в машине? Коробка передач или? Ну. Механика, ну. И как там, ты же на нейтралке не нужно переключаться сюда, сюда. Вот переключение такое должно быть в боксе. То есть ты на нейтралке находишься, бокс ты, бэм, первый врубил. Это нейтралка, это самое, джип вторая, нейтралка, джип третья, джип четвертая. Хоп, это сам остановился, джип задняя. Что вы не понимаете, это все однотипно, бокс. Все. Еще раз, защитное движение должно быть. Не, ну не скорости дела сейчас.
сделайте защитное движение и потом накройте из засады человека. Да перешагни. Руки в воде. Коля, 25 и раскрыть. Коля. Я сейчас снял каждого в отдельности. Вы не выполняете задания, вы не уходите. То есть вот вы потом по этому видео будете и пересмотрите, что вы делали вообще. Вот еще раз, Степа, вот нанеси удар и это самое, вруби это самое, после этого вторую. Это потом третью. Ну, так и разорви, ты ж не врубаешь. И на месте встаешь. И нанес удар, потом джик переключился на вторую. Да. Теперь дюк-дюк нанес, переключился на третий, дюк-дюк переключился опять назад ушел. Вы на месте в одной точке стоите, ты вообще вот так торчал. Торчит, ощущение, что не понимает. Ныряет под водой. Следующий, быстрее. Блин! Чего вы такие слабые? Вообще я такой расстояние. Да, отойди, отойди. Полтинник, Влад, отойди. Я так не могу. Отойдите в сторону. Отжимайся, Влад. Что тут идти, я не знаю, тут отойдите в сторону.